Ульяновские полицейские совместно с коллегами из Республики Мордовия задержали подозреваемых в сбыте поддельных денежных средств. Установлено, что 19 марта подозреваемые приехали в Мордовию, приобрели сотовые телефоны, рассчитавшись поддельными банкнотами номиналом в 5000 рублей. Из-за плохого освещения купюры не сразу вызвали у пострадавших подозрения в их подлинности. С заявлением в полицию горожане обратились спустя сутки. Таким образом, на территории Саранска указанные лица сбыли 14 поддельных денежных купюр. По данным фактам, следствием было возбуждено 2 уголовных дела. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Чердаклинского района. Мужчины были задержаны по месту жительства. У одного из фигурантов правоохранители при обыске в квартире обнаружили и изъяли поддельную денежную купюру Банка России номиналом 5000 рублей. Приобретенные на территории Республики Мордовия телефоны подозреваемые реализовали за 60 тысяч рублей. В настоящее время двоим задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также установление их возможных соучастников, продолжаются.